бюро преступления. Я Артур Монтаньол, лидер группы «Лунный Пьеро». Сегодня я имею большое удовольствие представить вам релиз нашего потерянного магнитоальбома, который мы записали еще в 1988 году. Он называется «Злоключение». Это реставрированное и ремастерованное издание. Оно выходит в новом году на всех мировых стриминговых платформах и также на CD в России. В этом видео я не буду рассказывать об истории создания «Злоключений» и реставрационном процессе, потому что я недавно написал статью об этом. Если кому интересно, читайте там. Скажу только, что эта запись никогда не была выпущена и пролежала в моем архиве 36 лет. В 2019 году, когда я в Москве давал интервью журналу «In Rock», я сказал, что не буду выпускать этот альбом из-за плохого качества записи. В самом деле оно было ужасным. Было много шипения, разных щелчков, помех. Однако, когда я недавно прослушал, и меня просто сдуло. Это было так круто! Как у нас в Америке говорят, «I was just blown away, man! It was so great!» Но даже в большей степени меня на самом деле поразило то, что мы в таком возрасте, нам было тогда где-то 24-25 лет в среднем, могли писать и исполнять это все. И в условиях советской реальности. На мой взгляд, это было абсолютно беспрецедентно и уникально, как и в музыкальном, так и в художественном смысле, не говоря уже о виртуозности, ладовой палитре и нестандартных размерах, которые нас всегда отличали от всех других. Но мы никогда не впадали в схоластику. Наши мелодии, гармонии и темы рождались из души. Кошелек с деньгами в сумраке ночном. Любимой своей не увижу целый век, но зато услышу голос от причуды дурака совет. Beautiful.
Как мне кажется, эта музыка была родственной по стилю с Genesis, Gentle Giant, Jethro Tull, Yes, and a little bit of King Crimson. Ее мало кто понимал тогда, но нам она принесла первый успех и выход на фирму «Мелодия». Как вам, но я просто влюбился в эту музыку по-новому. Но не буду отвлекаться и добавлю, что на этом альбоме есть также оригинальная версия нашего дуэта с Валентином «Элегия», рояль и гитара. Ее мы записали лайв на сцене концертного зала телебашни Останкино. Здесь моя гитара звучит как виолончель. Вот еще один гитарный шедевр, виртуозный и гротескный, как моя личность под злым влиянием Луны. Пожалуйста, шут, или по-английски «Jester». Жутко, не правда ли? Это был «Человек на дороге». Я считаю, это самой страшной песней, которая появилась когда-либо в России. Скажите спасибо Валентину Трофимову. Это его детище. Кстати, это была самая первая песня, с чего началась группа «Николай Коперник», в которой мы с ним тогда играли. Ну а теперь «Крепостная улица». Thank you.
Лихая вещица, а? It is absolutely. Но это только частица этой вещицы. Впереди вас ждут необычайные открытия. Кстати, на этом альбоме вы также услышите великолепную и изощренную игру нашего оригинального барабанщика Стаса Канарейкина. Он, к сожалению, нас покинул еще в 93-м году. Но его работа, на мой взгляд, оставила самый яркий след в российской рок-музыке. Однако об этом, конечно, никто не говорит, как обычно. Впрочем, так же, как и о «Лунном Пьеро». Но это не важно. «Лунный Пьеро. Заключение». В конце я хотел бы добавить, что альбом «Заключение» также имеет прямую связь с двумя другими альбомами. Один из них мой сольный англоязычный «Kingdom of Distorted Mirrors» 2014, и другой — это альбом «Лунного Пьеро» «Illusion» 2015. На них представлены переосмысленные версии большинства композиций со «Заключений». Очень рекомендую послушать. И еще одна важная деталь. На стриминговых платформах альбом выходит с английским названием «The Moon Pyro Misadventures 1988 Restored and Remastered Edition». А на CD, которое должно выйти в России, название будет «Лунный Пьеро. Заключение 1988 Restored and Remastered Edition». Ну вот и все. Я бы хотел поблагодарить вас за внимание и надеюсь, что этот релиз принесет вам много радости и удовольствия. Сейчас у нас Рождество, а в России оно наступит, если я не ошибаюсь, в январе. Тем не менее, я вам всем желаю веселого Рождества и счастливого Нового года. I wish you all a Merry Christmas and Happy New Year! Лунный Пьеро. Заключение.